Так, все, наблюдаем за Евой. Нет! Ева, до свидания. Я только посмотрел. Может, я стреляю глазами, ребят? Есть так, нормальные игры там, когда будем звать? Ребят, пошли вас там это застрелят. Ну, спокойно. Торможу. Йотр бабчелики, сегодня у нас игра «Красный свет, зеленый свет». В общем, суть объяснят нам в самом начале. Мы тут весь сервер DS-овский пригласили. И вот нам вот сюда, смотрите. В общем, здесь играется так. Когда ведущий вот этот вот говорит «красный свет», значит идти не надо. Когда зеленый, значит надо идти. Задача дойти, видимо, туда до конца. Вот, и не умереть. Как-то так. Когда мы начинаем двигаться в красный свет, мы умираем. Все, в принципе, причем вот и все правила. Очень, очень быстро, ребят. А мне вот интересно, а если кто толкнет меня? Считается, умрешь. Да? Да, вот вы. Оп, расстреляли. Решила пораньше совсем пройти. А почему они бегут дальше? Вы что, ребят? Так, реально. Так. Да почему так быстро надо было? Да, капец, просто все умерли. В чем проблема? Ребят, чувствую, когда я... Так, а кто там еще остался? Нет, еще ребята остались, смотрите. А, нет, девочка, живи. Я пропустила, живи. Когда был быстрый такой смена света, вернее, цвета. И света, и цвета, это и то, и другое вообще считается на самом-то деле. Поэтому, да, без разницы. Я тоже пропустил, слушай, на самом-то деле, очень-очень как-то резко это все дело было. И не нужно стараться бежать прям очень быстро и очень много. Вот, поэтому, ну-ка, ты будешь выживать? Ну-ка, вот ты, малюточка, вот ты. Живи! Спокойно, ты же живешь, правильно, ты же живешь. Все, тихо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да че ты двинулась? Зачем? Минус один, да. Блин, короче, прикольная соревновалка, прикольный соревновательный режим. Интересно вообще, кто-нибудь хоть доживет. О, побежал, кто-то слева вот тут побежал и... Умрет или нет? Нет, живет, смотрите, живет. Ладненько. Но, к сожалению, мы, когда смотрим просто на это все дело, мы не слышим ничего. Поэтому просто ждем и смотрим, умирает кто-то или нет. Вот смотри, ну, умрешь или нет? Нет, не умрешь. А как мне нельзя, не получается развернуться, не получается подвигаться. В чем проблема? Уже никого не видно даже. Ой, подождите, там есть ребята, которые еще далеко где-то. Ой, да, я тоже их вижу. А, ну вот эти, трое. Да, они просто не двигаются, типа. Но я думаю, какие-то санкции от игры последуют в их сторону, мне так кажется. А игра закончится, когда первый дойдет, или просто кто дойдет, тот выиграет? Слушай, я не знаю, я вот второй раунд здесь играю, то есть я сначала зашел, посмотрел на это все дело, подумал, вот, блин, круто. Кстати, нашел игру я в разделе «Предложить игру» в Дискорде. Спасибо огромное тому, кто это скинул. И, ребят, скидывайте туда игры, обязательно туда смотрим. И я не знаю, что будет, потому что я еще не доходил, я еще не видел, как кто-то доходит. Итак. А, ребят, всех прикончили или кто-то выиграл, вы не знаете? Не знаю. Слушайте, кто-то уже явно выиграл, потому что я видела, что вот только что было только три человека, у которых были победы, а сейчас еще двое с победами. А, вот как. Ага. Слушай, действительно. Ой, тут бежать можно. Да, можно бегать. А но смысла от этого не очень много, честно говоря. Потому что иначе ты как раз таки умрешь. Так, ребят, я не поняла, мы какие-то заключенные, что ли? Возможно, можно и так сказать. Ох, как я префайром, как говорится. Подождите, ну в смысле, это нездоровая вообще фигня. Да как, почему я самый первый? Во-первых, я специально очень медленно передвигался. Я прям тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык по буквочке W. Тык-тык-тык-тык-тык-тык просто потыкал. И в чем проблема? А ты пробуй просто заранее немножечко останавливаться. Да как заранее, я откуда знаю, когда она там green light, red light. Я откуда знаю, я ж не эксперт, блин. Опять сидеть тут 10 минут, просто смотреть, как ребята бегут и умирают. Это же грустно, можно, блин. Можно пойти на кроватке посидеть. Ну-ка, я могу. А на какой? А тут очень много их, видишь? А какая кажется, моя? Мы в тюрьме, ребят. Мне почему-то так показалось. Ну, что-то около тюремное. Так, нет, все, я пойду сюда. Да, еще нас расстреливают. Видимо, тут власть захватили какие-то жуткие ребята, и они нас, как заключенных, тут еще и испытывают. Кто дойдет, то, может быть, там подарят свободу или дадут поесть, я не знаю. Ульяна легла! Игра, нет.
Так, все, наблюдаем за Евой. Нет! Ева, до свидания. Я только посмотрел. Может, я стреляю глазами, ребят? Есть такая опция, может быть. Я просто посмотрел на Ульяну, тыц, ищу глазами Еву, нашел глазами Еву, тыц, легла уже, все. Капец, все просто. Понятно, вот почему мы все тюкнулись. Извините, пожалуйста, я не специально, честное слово. У нас есть порядковые номера вроде бы даже на наших робах. Да. Вот 240. Ага. Нет, девочка. А я костюм себе купила. А, ой, прикольно, откуда у тебя деньги? Задонатила. А, в этом 49 смысле. Робоксов стоит. Понев, просто у меня ноль, я поэтому удивился, думаю, неужели ты что-то побеждала? Ну типа, вот, внезапно. Чтобы видно было, что это я. А, в этом смысле, слушай, ну так я тоже туда хочу. Удобненько. Это нечестно. Ну ладно, не буду, все, не буду. Нет, это не то нечестно. Нечестно, что розовый стоит 50 тысяч, а обычные по 350 просто без тысяч. Кстати, да, красненький, нет, подождите, ну да, 350 красненький. Да, да, и желтенький 350, а хочешь розовый, знаете, 50 тысяч. Знаете, я слышала про налог на розовый цвет в одежде. Да, да, да. А, вот, но чтобы вот так вот, конечно, это что-то сильно. Слушайте, там ребята в самом начале еще, и они такие типа живые. Нет, но подожди, как? Нет, не нет, дойдут. Смотри, нет в самом начале. Вот одна девочка осталась, 300-я, смотри. Видишь? Только она живет. А в начале, видимо, они не считаются. Может быть так. А, нет, вот еще, смотри, 233-й. Ну, тогда, и они там где-то около начала. Ага. А, так мы просто, блин, осуждаю тех, кто просто стоит. Ребят, там в менюшке есть свинка-копилка за $1400 на потолке. Прикольно. Или это призовой фонд, который получит победитель. Ой, может, кстати, интересно. Так, все, в этот раз я буду жить долго, ясно вам? И счастливо. Я постараюсь. Но сейчас я специально отхожу от всех подальше, потому что если толкаешься, то чувак, которого ты толкнул, он тоже умирает. Это проблема, надо куда-то свалить. Меня, кстати, толкнули в прошлый раз, и со мной было все в порядке. А, да? Ага. А еще, по-моему, можно прятаться, если ты идешь за кем-то, то тебя, да, не убьют, убьют того, кто впереди, ну я так вижу. Видела. Так, спокойно. Торможу. Я ненавижу эту игру официально. Я затормозил ровно до Red Light. Я просто почувствовал, ну что вот думаю, сейчас это Green Light, Red Light, сейчас будет. И я прям почувствовал то, что сейчас будет Red Light. И я торможу. И что вы думаете, я первый умираю? Это вообще нездоровая абсолютно фигня. Ты в меня стреляешь, собака, ты стреляешь. Я тебя сам застрелю, ясно? Вот тебе, по голове попрыгаю вот твоей. Не, это не серьезно абсолютно. Я собирался жить долго. Не то чтобы счастливо, просто хотя бы долго. Что за дела? Я просто вот, ну, блин. Так, ладно, смотрим теперь, кто остался. А никто не остался. Вон крылья вижу. Я уже, да. Уже это я. А, нет, вот это крылья, да, все вижу. Ты по центру была, да, где-то? Да. Ага, да, ну вот, значит, есть. Крылья твои. Так, а кто? Из нас никто не остался опять, что ли? Вроде нет, я тоже дернулась случайно. По-моему, ребята уже получше играют. Вот посмотрите, уже. Да, все получше, дошло, кроме нас. В чем наша проблема, ребят? Отстреливаю так тынь-стынь просто. О, зато можно на шифте дергаться. Слушайте, я заметила, что никто не, особо не умирает, когда вот после красное загорелось и дальше начинают идти. То есть убивают именно в тот момент, когда красный экран и ты когда дергаешься или идешь. А вот если ты остановился, а потом дальше идешь, ну при мне так, ну человек 5 даже не умирало. Ну вот, ну, вот можешь шли, проверить в следующий раз и скажешь нам, мы не будем проверять. Да, поддерживаю. А вообще немножко жестоко получилось. Мы привели весь наш сервер на то, чтобы их расстреляли, правильно? Тупо, да. Тупо ребята, значит, заходят на сервер, ждут, что, типа, будем играть нормальные игры там, когда будем звать. Ребят, пошли вас там, это, застрелят. Нормально, в принципе. Остается, кстати говоря, 3 человека. Вроде бы, 1, 2 и 3. И смотрите, опять 300-й номер, опять 300-й. Вы видали? Ну, это вообще капец. И 73-й, о. Недовольно немножко 73-й. Но здесь мы, к сожалению, уже не видим никого. Все, начинается, скорее всего, следующая игра. И в этот раз, ребят, я буду тормозить. Я буду делать 2 шага, я вам клянусь. Просто тынь-тынь, все, стоять. А ты за 3 минуты успеешь пройти? Не знаю, это вопрос другой уже. Но, тем не менее, я попытаюсь, да. Понятно вам? Тактика, хорошо, да. Хотя правильно. Бы не умереть хочется в первый Red Light. Вот это вот уже цель моя. Ну, кстати, ну, реально, да. Просто жесть. Ой, меня уронили! Ай, меня тоже. Да в смысле? Ай-яй-яй, дайте. Да, знаете, я пойду. Меня уши до красного света. Это убьют. О боже, ладно. Я хотел реально злиться, серьезно. Я очень хотел сейчас злиться. Green light, вот green light. Все, я стою. Мне без разницы. Уйдите! Вот.
прыгаешь на меня. Если бы я сейчас умер, я бы, клянусь, я бы пересоздал сервер. Я клянусь, я бы пересоздал сервер и последил, чтобы человека, который на меня прыгал специально, чтобы его не было. Я чуть не умер, но... Будет грин? Плиз. Так, забавно, все стоят так. Green light. Так, надо осторожно. Все, хватит, я прошелся, мне хватит. Все, я... Ульян, как дела твои? Я тоже знаю. Дела у тебя как, Ульян? Я слишком... У меня замечательно, правда? Я думала, что я чуть пробегусь, но в итоге не успела затормозить. Все, я пробежался. Все, спокойно, спокойно. Слушай, круто, мы прям останавливаемся, ну только я позади всех, но еще не умерла. Вот там девочка двигалась, но выжила. Это как понимать? Ну вот я про это и говорила. Вот, да, меня в тот раз тоже толкали. Нет, а вот сейчас не выжили, посмотрите, аж двое чуть-чуть двинулись и все. Очень странно это работает. Может, она подкупила этих стрелков как-то? Я не знаю, в чем проблема. Green light, сейчас будет red light сразу. Нет? Ладно, не угадал. Спокойно. Не, смотрите, очень далеко там ребята дошли, очень далеко. Да, пока вот мы это здесь тоже тусим. Интересно, как да, уже некоторых так. Даже не видно в обзоре. А нам видно. Ха-ха. А может, они бегут? Ну, они и бегут, я тоже бегу. Да, дай уже зеленый свет. Ну, ты серьезно? Эй, женщина. Она проверяет нашу выдержку. Спокойно, все, достаточно. Не, мне пофиг, я дальше не пойду. Все, 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 спокойно. Хоп. Оп, все, все, я здесь, тусю, тусирую. Green light. Мне почему-то кажется, что сейчас будет... Да я знал же, ну я же знал, да... Все, пока, все, я пошел. Ну ты хорошо продержался, давай смотреть, там есть еще Ева и Ульяна, они живы. А, ой, да, правда, что ли? Да, да. А, так, вижу, вижу, по сторонам разным разошлись, разошлись по углам, как по углам ринга. Оп, 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 смотрите, оп, оп. Спокойно, 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 спокойно. Я буду стоять, потому что я не хочу. Мне не хочется. Осталось 30 секунд буквально, но зато я здесь. Эх. Лана, а ты где умерла? В самом начале я просто там вижу кого-то ушастого. Ну, было такое, да. Но не в самом начале. Ребят, напишите в комментариях, если считаете, что это Лана. Так, Ёша, я вижу, куда ты смотришь, мне это не нравится. А это не ты, что ли? Не ты там была? Я не знаю, я где-то там была, но может и не там. Тут не очень понятно. Добежать последние секунды, да, пожалуйста. Я буду просто бежать без остановки, нет. Я выжила, вы видите, я выжила. Ты выжила? Я выжила. Серьезно? Да, так, пожалуйста. А что я умерла? 2 секунды одна, пожалуйста. Я не успела. Капец. Мне 2 шага было. Подождите, а Еве засчитали победу? Да ладно. Реально, серьезно? Да. Ёши, тебе тоже засчитали победу. Мне? А чё, мне нет? Почему а как мне засчитали победу? Ну, у меня 0 долларов. Убили. Не знаю. Мне не могли засчитать 0? Победу. А мне дали бейдж за победу. Я номер 271, меня здесь нет, смотри. А, все, вижу, вижу. А, обмануть меня решила, да? Такая ты. О, осуждаю. А я ведь надеялся. Ну, у Евы победа есть. Ну, у Евы победа, у меня ничего. У меня ничего нет. Ну, значит, главное дойти просто максимально далеко и не умереть. Да, спасибо. Очень легкая, простая игра, скажем так. Капец. Ну, что поделать уже. Я хочу по стеночке идти. По стеночке. Это моя тактика. Твоя тактика. Я прошлый раз, точнее, прошлые разы даже шла, так не убили. Кстати, смотрите на мой костюм. Он немножечко, типа, такой интересненький. Проколотый, скажем так. Ой-ой-ой, green light уже, да? Хотя сейчас меня столкнут. О, как я вовремя остановилась. Сейчас меня столкнут, говорю! Реально толкнули? Сейчас, мне сейчас будет плохо, я сейчас нажму на конец записи. Сейчас еще один разочек такой. И я гарантирую, я уже жестикулировать начал видео. У вас камеры нет, у вас, к сожалению, ограниченный, так сказать, просмотр меня. Но вот, я пытаюсь вам жестикулировать. А там, судя по всему, все умирают, да? Смотрим на стеночку, там должна быть Лана. На стеночке Ланы нет. А где Лана? А я немножко не на стеночке, меня там толкали, и я немножко ушла. Здорово. Нет! А все! Но я видела. Не здорово. Не здорово. F. Фу. Ладненько. Ребят, спокойствие. Выпили водички. Подышали. Подышали, выпили водички. Меня девочка пнула. Какой кошмар. Что же делать, Ева? Убежала в другую сторону очень быстро. Я не знаю, как это. Я вот пытаюсь тоже убежать в другую сторону, но за мной все равно бегут. О, привет, Ева. Будем с тобой вместе идти. И, возможно, умрем тоже вместе. Ой, я рядышком с Ланой. И умерли они в один день. Да, да, не говори. Все, я встал. А я ухожу. Что? Да вы серьезно, вас убили?
Да нас толкнули. Это какая-то реально жесть. Это нездоровая абсолютная игра. То есть я даже не понял. Это типа я дернулся, это меня толкнули. Что произошло? Нет, нас толкнули, Ёши. Как в это играть в таком случае? Типа, а какой смысл? Как в это играть? Да, реально. Ребят, проблема в том, что я не могу идти. Мне типа попали в ногу, я больше не хожу. Я не знаю, как это можно. А я думаю, что ты стоишь? Просто оставайся и живи. А, кстати, заметили, откуда стреляют? Это типа вот отсюда сверху. Слева сверху, да, справа вот сверху. Да-да-да. Я думал, это тетка, которая там типа стоит, думала, она стреляет. А я тоже так думала, да. А, ой. Я уже свернулся просто, я уже устал. Я уже устал ждать, потому что я умираю каждый раз в первую секунду. И мне кажется, что Let's Play это, не знаю, у вас что-то вроде того, что я каждый раз такой, типа, о, ну что, у нас следующий раунд. О, новый раунд. Ух ты, как круто получается. Так, вот, оп. Ладно, все, короче, да я... Как? Серьезно, я хочу закончить это видео, это, ну, нереальная фигня просто, это, ну, в смысле, моя игра, это, не знаю, анскильная, как это выходит, то есть, сначала у меня не получалось, но потом я понял, как надо попробовать поиграть, и вроде стало получаться, в какой-то момент, не знаю, начали толкаться, я пытался эвейдить это, и просто стал точно так же умирать, сейчас я снова, блин, из-за того, что хочу попасть в место, где нет ребят, я пытаюсь как-то чуть отдалиться, там чуть как-то идти медленнее, потом быстрее, еще что-то такое, и я просто дохну опять. В чем проблема этой игры? Пожалуйста, у меня объясните. Такая же проблема. Я дошла до середины почти. О, ну, жестко. Далеко. Для меня это но было я смотрю, самый тут далекий. Все уже, да, из нас? Да. Ага. Ага. Ну, понятно, собственно говоря. Просто ждем next раунда. Вот это да, ребят. Вот это чудеса. Вот это внезапность. Я дико извиняюсь. А как девочка попала за стекло? Я тоже хочу за стекло. А тебе зачем за стекло? Не понял. Так, ну я могу попробовать. Сейчас, если получится. Так, вроде бы вот так. Вот так. Так же, правильно? Так, ну-ка. Если, конечно, никто толкаться не будет. А, подожди, а тут shift не работает. Да. А чё, я тогда ничего не могу сделать. Это загадка. Сорянычь, у меня не получается. Может, какие-то хитрые пути есть, но, видимо, но мы их не знаем, к сожалению. О, боже, Ёши, я почти выбралась только наполовину. Как? Не знаю. Посмотрите меня скорее. А я не успею. Просто, наверное, затолкали. Время! Ну, короче, я там застряла головой. Ты ногами была там, а головой с нами. Понятно. Ну, да. То есть, почти большая часть меня была за границей. Ага. Так, а у меня лайфхак. Если сейчас включается зеленый, все бегут вперед, то я бегу назад, и мне никто не мешает. Так, а главное я встал. Вовремя все. Остановиться. Все, я стою и жду, пофиг. Блин, да ну! Вот почему, когда я решил встать сразу... В смысле? А почему? То, не знаю, там люди... Пробежали просто половину пути. Ребят, нет. А вначале тоже вас расстреливают. Я не могу идти. О, нет. Интересно. Нельзя оставаться в начале. Я вот сейчас, я клянусь, я остановился прям задолго до этого Red Light. Просто из-за того, что тут какой-то лед. Типа ты вот оп, и тормозишь не сразу, совсем не сразу, а там, не знаю, секунда дилея Ульяна, еще а есть. Ульяна, а ты чего пошла на красный? А мне сказали красный свет, зеленый свет, а мне и я по что пошла? Ну, короче, все, очень странно. Вот, смотрите, вот, правильно, все так, как я и говорил. Сейчас, я попробую тоже так сделать, но вряд ли получится. Короче, вот, Ева, так, как мы с тобой делали, помнишь? Ага. Меня толкнули, я была на середине, причем меня толкнул умирающий. Ребята, я попал сюда. Умирающий человек, умирающий меня толкнул, понимаете, жесть. Его расстреляли, он упал, пятками меня сбил, а я была очень далеко, я почти проходила. Злюсь. Бедная Лана. Я тебя прекрасно понимаю на самом-то деле. Честно говоря, я не хочу больше играть большой толпой в эту игру. Вот реально. Вот. У тебя тоже получилось? Здорово. Клёво тут вообще. А как? А ну рассказывайте. А тут даже девочка написала гайд. Это как мы в обе делали, помнишь? Это типа ты становишься четко на уголочек. Ну, как сказать, на 60% одна сторона должна упираться в уголочек, а другая сторона должна вот быть типа. Ну как, в воздухе, ну не в воздухе, не должна упираться в уголочек. Потом ты эту сторону, которая 40%, ты чуть-чуть поворачиваешь, то есть делаешь так, чтобы она смотрела в угол, и потом смотришь ровно на свои глаза и приближаешь до первого лица. О, вот смотрите, например, я вот так попал. Хоп. В общем, это типа глич роблоксовский, и
ну, типа, этому можно научиться, это ничего сложного в этом нет. Приколдесная штука иногда помогает. Играются они там. Ой, давайте попробуем дойти до верха. У нас тут своя игра получается. Ага. Нам тут и так весело. Да у вас там хотя бы не стреляют. Ну да. И то верно. Ешь, остановись на меня. А зачем? А, да? Можно? Допрыгнешь, да. О, спасибулечки. Ага. Так, а туда, интересно, допрыгну. А, ладно, я могу, так сказать, аккуратненько это сделать. О, подождите, а что? А тут, смотри, выше здесь нельзя. Ребят, я с вами. О, привет. А где ты? Круто. Я не вижу тебя. Внизу, я в самом. А что, получилось внизу. Прям? Ты прям поняла, что делать? А, ну, я старалась, но, по-моему, получилось случайно. А, я понял тебя. Ну, неплохо, тем не менее. А где ты? Я не вижу тебя. А внизу, внизу. А вон прыгает, здорово. Ой, смотрите, реально ребята стали проходить, тоже вон еще кто-то и еще кто-то. Сыпется прямо. Сыпется, тупо сыпется. Да, но жалко, что время у нас закончилось, опять будут расстреливать. Там было приятнее. Это точно. Да, там было явно приятнее. Я буду еще пробовать. Место. Я еще буду пробовать в уголочке аккуратненько. Все, я вот честно, последний раз пробую. Если сейчас не получается абсолютно ничего, вот что ты мне залез на голову? Вот для чего? Чтобы я умер? Все, я встал. Вот, ну это что, прикол какой-то? Можешь уйти, пожалуйста. Ладно. Ну короче, если green light, аккуратно. Блин, стоим. Ага, нормально. Стоим. Нормально, стоим. Так вот, если сейчас умираю, то видео заканчивается. Ага, если нет, то видео заканчивается. Будем продолжать до первой смерти. То я буду рад, и видео закончится. Так, ну, грин. Грин лайт. Все, встал. Спокойно. Вот идеально сейчас. Идеально остановился. Кто меня толкает? Да зачем? Зачем? Спокойно, стоим. Так, нормально. Ну дай гринлайт уже. Нет, Ева. Меня кто-то подбил. Я тебя прекрасно понимаю. А чё она стоит так долго? Ты чё смотришь сюда? Оп, спокойно, спокойно. Нормально, нормально. Но опять же, смотрите, где мы, да? И где ребята, которые вон. Они уже дошли. Да. Ага. Умру? Вижу Ёши. Оп, нормально. Это не Ева. Ёши, живи. Вижу Лану. Живи, Лана уже все, Лана прилегла. Да. Ожидаем зеленого сигнала светофора. Зеленого сигнала женщины вот этой вот. Green light. Red light. Нет. Ладно. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, вы все уже отъехали, правильно? Да. Да. Ага. Страшно. Ха-ха-ха. Я почувствовал, что это будет за секунду. Вот прям вот. Ну вот, да. И остается там мало времени. Давай green light. Green light. Green light. Дай green light. Отдай. Green light. Я не буду больше играть. Все, в общем, я снял наушники, не знаю, о чем мне говорят. В общем, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. Не играйте в эту игру, не надо, не заходите сюда. Всем пока. Пока. Пока.